Итак, продолжаю борьбу с плесенью. Обычно я пользовался вот этим средством от плесени, хорошо помогает. Но наши подписчики посоветовали мне купить вот такую вот хлорку. И я ее приобрел. Тут 1,5 литра стоит дешевле, 1,5 евро. Это 3 евро стоит 750 грамм. Налил в эту бутылочку. Сейчас буду, короче, ребята, наносить хлорку и пробовать, как она будет справляться или нет. Вот, отодвинул плинтуса, как многие писали, что нужно и отодвинуть еще плинтуса. Там все нормально, сухо. Ну, чуть-чуть вот зашло, видите, под плинтус. И отодвинул третий шкаф. За третьим шкафом тоже более-менее все нормально. Вон в одном месте только. Но сейчас будем пробовать. Поставлю телефон и потом ускорю, покажу, как борется хлорка в синей банке. Уксус не покупал. Тоже писали много уксусом и так далее. Итак, наносим из синей банки хлорку. И смотрим, какой будет результат от этого средства. Вот, смотрите, результат. Это через сутки результат прошел. Прошли сутки, вот такой вот результат. Короче, все равно остались вот желтые пятна. Скорее всего, придется снимать обои, обрабатывать стены и переклеивать обои. Но мы позвонили арендодателю, он вызвал службу, которая будет через 3 недели к концу месяца. Дождемся их, и уже будет видно, что надо будет делать. Пока я поборолся вот такой химией, чтобы не дышать плесенью. Вот результаты, последствия белизны от этого средства. Вот такого белого нету. А от белизны, не от белизны, от хлорки. Есть вот такая вот фигня получилась. Весь пол в белом.